Добрый день, здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Видео посвящается снова советскому кино. На этот раз довольно непростой ленте «Дни Турбиных» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Белая гвардия». На экраны вышел в 1976 году на киностудии «Мосфильм». Здесь режиссером и сценаристом одновременно является Владимир Басов, советскому зрителю более известный по своим ролям. Суровый милиционер в операции «И». Граждане, алкоголики, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Два шага вперед! Главарь банды Стамп в «Приключениях электроника» и Дуримар в «Приключениях Буратино». Да, вот еще, забыл упомянуть. На мой взгляд, это тоже один из лучших актеров советского кино. Да, кстати, известен ли вам телеспектакль «Опасный поворот» по пьесе Джона Бойтона «Присли» 1972 года? Обязательно найдите и посмотрите его. Такой накал страстей. И там также играет плеяда звезд Юрий Яковлев и Владимир Басов. Но вернемся к теме. А хорош ли Басов в качестве режиссера? Как актер, то он, безусловно, хорош. Вот на этот вопрос и дает ответы данный фильм. В минус Владимиру Павловичу можно поставить, что он изменил, конечно, роман Булгакова. Смешал действия и убрал такого персонажа, как Найтуз, убитого петлюровцами. Оставляю это на его совести. Однако, думаю, что в целом картина получилась, это надо признать. Зрелищная, и, думаю, Михаил Булгаков одобрил бы подобную трактовку пьесы. Итак, начнем анализировать фильм. В центре картины повесть о семье Турбиных. Николке, молодом юнкере. Уже слухи каждый час, петлюра идет на нас. Пулеметы мы зарядили, по петлюре мы палили, пулеметчики-чки, голубчики-чки, выручали вы нас, молодцы. И еще. Хоть ты пой, хоть не пой, тебе голос не такой, есть такие голоса, дыбом встанут волоса. Да, полное расстройство нервов в семье Турбиных. Да им есть из-за чего расстраиваться. Правда, волнуются они все по разным как бы поводам, как им кажется, но все их маленькие беды, отъезд мужа Леночки, уныние Николки и настороженное ожидание полковника Турбина вызваны ужасным временем, а в общем-то нашествием петлюры на Украину, в которой воцарился в начале 1918 года настоящий хаос. Безнадежные руки Российской империи, подчеркиваю, что речь идет о временах 100 лет назад, а совсем не о нашем времени. На мой взгляд, теперь Украина полностью самостоятельное государство. Не надо путать начало 20 века и 21-го. И уж тем более, ни в коем случае сюда приплетать Речь Посполитую, а может еще заодно добавить Саргона Великого для пущей важности и заодно Тиграна Первого, царя Урарту. Да, бишь, о чем это я? Итак, о фильме. В центре картины, как и пьесы Булгакова, беспристрастный рассказ о том, как проявили себя разные люди в такое вот смутное время. Вот вам, к примеру, капитан Мышлаевский, попавший в дозор на крайне Киева, в жестокий мороз и чуть не давший там дуба в ожидании смены караула. Каким-то чудом он только не отморозил себе ноги и добрался до дома Турбиных, где я обрел надежную гавань. Это ты, Витя? Ну да, конечно, чтоб меня раздавило. Лена, позволь ночевать, домой не дойду. Мне водки выпить сейчас сразу или потом, после ванны? В этом прослеживается благородное воспитание всех царских офицеров или хотя бы многих из них. Будь я на его месте, я бы уже на улице приложился. Не стал бы дожидаться окоченения. Эх, Мышлаевский, попал бы ты в советский стройбат. Там бы тебя быстро отучили от всякого выпендрежа. Впрочем, шучу. Таких людей разве что могла переделать пуля из винтовки.
железные, как гвозди. Преклонение перед женщинами и соблюдение норм морали и совести – вот это все и помогло героям выбрать нужный путь, оказаться на верном берегу. Вообще-то с врагами Мышлоевский не церемонится. «Взял я святого землепарца за манишку и спрашиваю, куды ж вы не побегали, ваши хлопцы?» А вот Тальберг, муж Елены, не таков. Подленькая низкая душонка. Узнав о приближении Петлюры, мгновенно забывает о жене, родственниках и бежит в Берлин, словно кролик при виде змеи. А что будет с той же Леной? Он старается об этом даже не думать. Хорош также и атаман, гетман всея Украины Скоропадский. Требуя от своих ординарцев пиетета и размовлять по-украински, при известии о наступлении Петлюры, позорно бежит с немцами, бросив армию, Украину и... Впрочем, зачем упоминать всякую сволочь? Мне более интересен его главный штаб-адъютант, поручик Шервинский. Вот это человек. Перво-наперво он тут же сообщает войска о бегстве гетмана и тем самым спасает тысячи безвинных людей от верной смерти. «Бросайте все и бегите! Это я вам говорю, Шервинский! Шервинский говорит!» Казалось бы, тут надо еще подумать, как же это так, отдать город во власть бандитов. Но Шервинский знает, что делает. В городе регулярных войск практически нет. А юнкера, ведь они не обстрелянные юнцы. Все, что они только могут, это безвинно сгинуть в этой грозной лавине, что надвигается на Киев. Есть у него грешки? Есть. Он волочится за замужней дамой, да и не только за ней. Воображает себя оперным певцом. Это тщеславие, но кто же из нас не терзаем данным пороком? Разве только святой? И точно так же, кстати, думает и полковник Турбин. Он уверен, город им не удержать. И потому идет на крайние меры, распускает войско. А когда несколько офицеров подозревают его в измене, перед угрозой расстрела не теряется и в двух словах объясняет, почему он так поступил. Как у нас теперь туго с правдой, все начальники врут постоянно, всегда и везде. Но не таков Алексей Турбин. «Кого вы собрались защищать?» – вопрошает он. «Гетмана». «Отлично. Сегодня ночью гетман бежал, а заодно с ним бежала и другая каналья, генерал Белоруков. Так что защищать вам более некого». И мало того, Турбин отговаривает офицеров вести полк на Дон к Каледину. Он уже понял, что белое движение обречено. Такое предвидение многого стоило. Впереди еще был поход Корнилова и Деникина на Екатеринодар и даже несколько побед. Но все это завершилось победой красных, разгромом белого движения. Турбин это уже понял. Он пришел к выводу, что народ более не желает иметь на плечах помещиков и дворян. С этим ничего уже нельзя было сделать, а шампалами и штыками народ в стойло не загонишь. Алексей Турбин спас свой полк от разгрома и, кому мог, вправил мозги. Получается, что в трудное время бывшие царские офицеры, ну не все, конечно, но многие осознали свое поражение и перешли на сторону народа. Это не я придумал, так было сказано 100 лет назад. Осталось добавить, что теперь народ одурачили сказками о капитализме, богатстве, якобы доступном всем. Если бы в мире было побольше Турбиных, вряд ли случилась бы гражданская война, унесшая миллионы жизней. Да. В общем, картина получилась действительно серьезная, тут надо подумать, не только, как говорится, посмеяться. Хотя есть, конечно, и комичные моменты. Взять того же Лариосика, который беспрестанно попадает в какие-то сумасшедшей ситуации, все у него валится из рук, действительно недотепа, как говорится. Да, на этом завершаю обзор, смотрите прекрасную ленту и постарайтесь подумать, сопоставить то время и наше. Спасибо всем, пока.